в этой части, о чем же следует повествовать? Это 1,174,876, вот тут показано. Это показано только лишь, ну, как для примера. Какой-то снаряд, да, сферической формы, а это трансформируемый спортивный снаряд, фактически. Он назван грузовая часть снаряда для атлетической гимнастики. И в чем же достоинство вообще-то, а может быть недостаток, скорее всего даже мнимый недостаток вот этого спортивного снаряда. Вот разновидность, гиревая разновидность. По закону технологии машиностроения, вот, тут, скажем, ступенчатый корпус, весьма затруднительно одновременно прижать все сменные грузовые стаканы. Требуется специальная технология. Обработаться одной установки. Вот эти все должны быть, как говорят, из составных частей. Ну, с применением, может быть, сварки. Вот. Так что, так же и тут. Но об этом также судилось, дорядилось. Потому что при обработке именно не с одной установки, это при каких-то резиновых элементах, все, это, к сожалению, не устранит люфт вот этих сменных грузов. Пусть даже сменные грузы не принесены, но не важно. То есть это в одной протулочке, тут более четко, то есть то, что в одной проточке, самой внутренней его, грузы, и в этой проточке, вот там, и еще в этой проточке, вот, так грузы будут люфты. В своей изобретательской деятельности на первый случай, ранее, мною было сделано вот какое изобретение. Не так уж плохое. Вот 1,452,530. В данном, что предусмотрено? Это спортивная гиря, так и названа. То есть это не трансформирующий спортивный снаряд, там все разновидности. Тут да не надо было показывать все разновидности. Вот, и булавные, и гантельные, и всевозможные. Это просто, ну, касалось гири. Экспертиза, может, есть экспертиза. Первое, одно из первых заявок моих товарищей, вот, самый первый, как говорят, забраковала. Вот. И не только. Значит, там было что? Предусмотрена вот верхняя часть, промежуточный элемент, вот, и смена груза без оговорки всякой элемента фиксации. Грузовые смены, грузовые диски. Равномассовые. 2 килограмма. Так вот, в том-то и дело, что когда я усовершенствовал свои изобретения, одно за другим изобретения, за прототип как-то я взял вот что. Патент Германии 75544. И там называется гантель. И там действительно нет гантель, да не только, это фактически комбинированный спортивный снаряд. Фактически. Как некоторые его изобретатели, выбирая в качестве прототипа, именуют. И вот гиревая элемент конструкции. Да, вот. То есть это гантель, ну как гиря. Такой он в качестве прототипа. Но что же сделал? Так и написал гантель.
И один сменный груз сделал константно грузовым. Вот. Стягивается одним средством фиксации. И другой сменный груз, пакет, разместил внутри вот этого пакета. То есть один пакет как бы разместил, так и говорилось, в другом пакете. И автономно также стягивает эти грузы отдельно. Что, да, о люфте каком-либо, по закону технологии машиностроения, когда приживается что-то конкретный диск, и диски именно по оси, расположены, именно один за другим, последовательно, и речи быть не может. Да, несколько сложноватая конструкция получилась. Экспертиза тогда сдался. Но в качестве прототипа было взято что? В качестве прототипа было взято именно в качестве прототипа было взято экспертизой гиря спортивная комбинированная, да, в которой допускалось изменение веса в пределах лишь, да, в пределах, именно минимальная градация изменения веса. Через 8 килограмм, в общем так, 16, 24, 32, или 8, 16, 8, 12, 16. Вот так оно было. Так вот это вот, вообще-то, то, что в классе прототипа, редкий случай, авторским никаким не было защищено. Нет. В том-то и дело. Известно, когда приходилось встречаться с представителем научно-технической экспертизы, им, после того, как мое было, да, бракована моя заявка, такого как изобретение, также отказали. Вот-вот. Это примерно. Да, конструкция несколько сложновато. Уже надо фиксировать было. Но нет, ну, любишь кататься, люби и саночки возить. Можно фиксировать отдельно, именно собственно корпус. И вот эта вот стяжка идет там через шайбу такую. Там одна шайба, там другая шайба. И гайка быстродействующая вместе с... Вот. Вместе с такой шайбой. Она, и когда она сцеплялась, получалась гайка барашек. Это все. Что же последовало после этого? После этого последовало вот что. Было одно из описаний изобретения. Вот. Вот. Где в качестве прототипа было вызвано именно вот это вот. 1 662 589. Вот этого 1674-876 еще не было. Однако это не все. Просто-напросто вот сделал из того, что было сделано, быстродействующую конструкцию. Вот, просто-напросто в изобретении это все превращено в небыстродействующую вовсе. Вот. И что? И, то есть там и гиревой вариант, и гантельный вариант. Но на что называется, на комсале. Вот. Качать. Вот. Ну, на комсале, так на комсале. И время поджимает, подпирает. И ваш покорный слуга куда данную часть прекращает. Постарается продолжить.